застучало, как запели стены музыкой прикладов. Каждый день мучения начинал сначала, молча повторяя вечное «так надо, так надо». Снова замирают на вязании пальцы, вслушиваясь робко в речи коменданта. Помнишь, ты решила больше не бояться, помнишь, ты молилась за него когда-то. Что-то говорила, слезы утирая матери и брату. Что же изменилось, милая Мария? Твой Господь сильнее сотни комендантов, твой Господь. Значит, испытания встретишь ты достойно. Ты ведь стала старше и, наверное, строже. Все не так уж страшно. Жаль, что небо не...